Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Юнит 1, секция Homework, домашняя работа, упражнение 27. What questions would you ask your partner to find out what she or he knows about Winston Churchill? Write them down. Use the Linguistic and Cultural Guide, page 134. Какие вопросы вы бы задали вашему партнеру, чтобы узнать, что она, либо он знает о Уинстоне Черчилле? Запишите их. Используйте лингвистическое и культурное руководство на странице 134. Вот текст, который вам дан в самом учебнике на странице 134. Давайте его прочитаем и переведем. So Winston Churchill was born in 1874. He died in 1965. He was an English politician. He was the Prime Minister of Great Britain during the Second World War. And from 1951 to 1953, he made many famous speeches. He made the V sign, meaning victory. Переведем. Сэр Уинстон Черчилль родился в 1874 году, умер в 1965. Он был английским политическим деятелем. Он был премьер-министром Великобритании в течение Второй мировой войны и на протяжении с 1951 по 1953 год. Он произнес много известных речей. Он разработал V-образный знак, означающий победу. Составим вопросы. When was born Sir Winston Churchill? Когда родился сэр Уинстон Черчилль? When did Sir Winston Churchill die? Когда сэр Уинстон Черчилль умер? Who was he? Кем он был? What sign did he invent? Какой символ он изобрел? На все данные вопросы есть ответы в тексте, который мы сейчас с вами прочитали и перевели. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.